ребенок в тумане. Иногда мы себя так чувствуем. Взрослый человек, он ребенок в тумане. Во-первых, каждый человек имеет право так себя чувствовать время от времени, потому что ситуация так складывается. У нас какой-то тупик, и мы не знаем, что дальше, куда дальше, что делать вообще. Какой-то туман. И мы не понимаем происходящей ситуации. Вот на что решиться, мы не знаем. Во-первых, мы должны осознавать, что некоторые люди имеют такую роль в жизни, они по жизни так живут. Это следствие, это ДДА, это взрослые дети алкоголиков, одна из ролей у этих, то есть один из членов семьи, один из таких вот детей, один ребенок может приобрести такую роль на всю жизнь. И действительно, у него очень часто появляется в жизни, что он живет как такой ребенок в тумане, который сидит на месте и не знает, что дальше. Если ему не помогут, то он не справится с ситуацией. Это одно, но с другой стороны, каждый человек, мы все время от времени находимся в такой ситуации, как ребенок в тумане. И мы... Представьте себе, друзья, что у вас, например, вы на природе, вы в лесу, вы одному находитесь в лесу, есть туман. Что делать? Или вы хотите, например, переплыть озеро лодкой. Есть туман. Лучше всего ничего не делать, ничего не предпринимать, никаких действий, никуда не двигаться, потому что если вы пойдете искать дороги домой в тумане, в лесу, вы ее не найдете, вы запутаетесь, непонятно, вообще можете пропасть в этом лесу, заблудиться. Потом то же самое с рекой или озером, это очень опасно, плыть, когда есть туман через озеро. И опытные, мудрые люди, они просто останавливаются и ждут, когда туман опадет, пройдет, и тогда, когда уже прояснилась ситуация, мы уже разобрались, где мы находимся, где дорога, путь вот к нашему целу или домой, вот тогда мы можем двигаться. И в жизни точно так же нужно делать, когда есть ситуация, где мы нет ясности, мы не понимаем, а что, почему, тогда нельзя принимать решений. Нужно подождать, просто отдохнуть, дать себе время, разобраться, подумать и поразмышлять, и вдруг через некоторое короткое время, возможно, мы начинаем понимать вот причины, почему мы оказались в такой ситуации, проясняется ситуация, мы начинаем видеть, что, как, где, и то, когда у нас такое прояснение наступит в голове, мы можем принимать решения, ставить перед собой цели и куда-то стремиться. В другом случае, если у нас такой туман, и мы начнем принимать решение куда-то двигаться, мы не только запутаемся, но мы можем вляпаться в очень серьезную беду. Поэтому, когда у нас чувство, что у нас как будто в тумане, мы ничего не понимаем, давайте ждать, дать себе время, чтобы все прояснилось, и только тогда действовать.